Всем привет! В данном видео поговорим про Google Аналитику, а точнее отвечу на вопрос, как дать доступ к аккаунту Google Analytics, ну, добавить другого пользователя. Для начала вам надо перейти в Google Аналитику и тут выбрать сайт. Далее спуститься вниз страницы и перейти в раздел «Администратор». После этого у вас будет три таких блока. Да? Вы можете дать доступ на уровне аккаунта, на уровне ресурса и на уровне представления. По сути, предоставление доступа будет идентичным вне зависимости, какому вы хотите, какой хотите дать блоку доступ. Вот идут друг за другом кнопки, да, управление доступом к аккаунту, управление доступом к ресурсу и управление доступом к представлению. То бишь, ну, кликая на одну из этих кнопок, я предоставлю доступ, и будет схема одинаковая. Ну, вот смотрите, мы нажимаем на представление, выходит окно, идет разрешение на уровне представления, идет аккаунт, у которого есть доступ, и есть кнопочка синяя, чтобы дать доступ какому-то аккаунту на уровне представления. Да? Также будет и с ресурсом. Видите, да? Ну, мы дадим на уровне аккаунта, к примеру. Нажимаем на плюсик. Нажимаем «Добавить пользователя» и сюда пишем аккаунт, Google аккаунт почты. Ну, Google аккаунт. И нажимаем «Enter». Все, аккаунт он нашел. Далее, тут пишет, что уведомит по электронной почте. Далее есть разрешение. Изначально стоит только одна галочка, это просмотр и анализ. Также вы можете дать управление пользователями, совместное использование и изменения. Тут кликайте те доступы, которые хотите предоставить тому пользователю, которому даете доступ в Google Analytics. Ну, к примеру, мы даем все, да? И нажимаем «Добавить». Все, пользователь появился. Теперь у него будет доступ на уровне аккаунта. Если хотите дать доступ на уровне ресурса, то даете тут. Если представление, то тут. В общем, видео о том, как дать доступ к Google Analytics, подошло к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Также на моем канале есть и другие видео по поводу Google Analytics. Можете их тоже посмотреть и ознакомиться. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!